Шалом, друзья! На этой неделе мы с вами изучаем главу про строительство Мишкана. Всевышний говорит: Тору вы уже получили, постройте для меня храм. Отвечает ему Моше: как можно построить здание, в которое Всевышний ты будешь приходить? Вся вселенная не может тебя вместить. Ты, Всевышний, бесконечный, безграничный. Как можно построить тебе дом, в который ты придешь, материальный дом? Как это возможно? Моше не понимает. Отвечает ему Всевышний: Моше, запомни и обучи других. Вы делаете то, что от вас зависит. Всевышний нам что-то приказывает. Эти все приказания делают связь между нами и нашим Творцом. Мы делаем то, что от нас зависит. Вы построите дом. А дальше Всевышний говорит: я сам приду и я сам все сделаю. Ты не понимаешь, как это возможно? И не надо. Ты сделай все, что от тебя зависит. И я обещаю, говорит Всевышний, мое присутствие будет находиться в храме. Мы делаем то, что от нас зависит. А потом Всевышний делает для нас чудеса и открывает огромный целый мир чудес.